Так, куда вот дальше? Дальше. Тут один сундучок стоит, не открытый. Уже открытый. Черный клинок, шприц. Хранилище, черный клинок. И черный клинок — это пистолет. Наверное, тоже ничего. Потому что это хранилище последнее, по-моему. Здесь. Так, мне бы, конечно, эту пух надо прокачать, прежде чем дальше идти. Разобрать. Так, а что мне надо-то? Двенадцать базовых, а у меня 4. Это значит 8. 4 пухи надо разобрать каких-то, да? 4 каких-то пухи. Так. Да. Да, и... Чё нет? А, денег нет. Хватит, что ли? Чё это за? Эй, ёпта, сколько надо? 16 000, ос. Ну что раз тут сказали? Вот. Теперь он апнутый до конца. Этот кулак совета. Так, сейчас вот бы вспомнить, куда идти бы мне бы, чтобы следующего босса попробовать завалить. Нет, боссы от этого, конечно, легче не становятся, но вы становитесь круче. Как бы. То есть вас также все будут убивать, если будете слово почить, но. Но пуха — это прямо. Ох, пуха. Мне бы такую пуху в начале игры. Игра была бы вообще на изи. Ну, здешнюю мелкоту даже тут показывать. Без толку, потому что они дохнут с одного. Ща. Так, наверное, надо тут вот так вот сделать. Ну вот, например, чувачок. Здорово! А? Пуха, бля. Как вам такое? Как вам такой расклад? Соотношение сил. Ну, собственно, так, ладно. Сейчас. Пойду вот сюда еще.
Вот этот обелиск. Тоже открою. И так, а что у меня там стояло? Здоровье не надо, нам вот это вот. Да. Значит, следующий босс, он такой хитрый. Ой. Живет он вот здесь. Точнее говоря, здесь не только он живет, здесь целая локация живет, но... Боссик тоже тут. Первым тут босс. Которого зовут... Не помню как. В общем, Immortal Unchained — игра не про боссов. Игра про... про окружающий мир, про окружающих врагов. В общем, вот этот босс такой. Я сейчас, наверное, покажу, что он вообще делает, кто не знает. Так вот, подходишь, он раз. А что это он? А, вот он. О, да, вот он так делает. И тут вот вся арена, то есть вот это вот. Вот это вот. Если вниз упадешь полудохлый, то умрешь сразу. Поэтому, чтобы убить этого босса, надо, во-первых, все быстро делать. Ну да, да. То есть, как бы наверху сражаться с ним очень неудобно. Потому что он по-любому попадает. Ну, я не знаю, я не настолько... умею уворачиваться, чтобы не получать урон совсем от него. Я пробовал несколько раз. В общем, плохая затея. Я же люблю оптимизировать. Поэтому я вот так делаю. Раз. Да, вот он сагрился. Оп. Теперь надо отсюда свалить. Не туда, а вот сюда. Если я все правильно сделал, вот, да, босс заспавнился. Все, сюда он не пойдет. Поздравляю вас, господа. Вы только что научились. Ну, да, он даже здесь, бля, сука. Тут надо как-то к нему подойти. Надо сделать так, чтобы врагов поблизости не было, потом с ним биться уже. Потому что вот с этими козлами плохая идея, конечно. Тут же красный может сагриться. В принципе, ему вообще можно не давать перезаряжаться. Ах ты, падла. Во, пришел еще один козел. Не-не-не, только не убивай. Не убивай только. Вот это плохо, то, что он там пришел. Его надо убить сначала.
блин, кнопки путают. Так, нет, нафиг. Не хватило. Ай, нет, нет, только не сейчас, нет. А, мне тоже патронов нет. Блин. Козлы идут. От козлов надо избавляться, да. Вот и все. Вот именно так его и надо валить. Доводил разорителя. Тоже интересная пуха, кстати. Ну, я посмотрел, как она стреляет, но не тестил ее на врагах. Ну, даже урон не получилось аккуратно спрыгивать. Вот доводил разорителя. А, так, где он? А, его сюда не поставишь. Так, у меня здесь изумрудный наблюдатель. Запомнить. Доводил разорителя его. Так, где все? Теоретически можно прямо отсюда их расстреливать так. Аккуратненько. Правда, вот этих вот она не дамажит. Почти что. Ой. Сидите нахер. Ну такая вот пушечка, короче, надо тоже как-нибудь поюзать. Но не сейчас. Так, а ну-ка я могу изумрудный наблюдатель свой улучшить. Специальных компонентов вообще нет. Ну ничего, скоро дадут. Так, ну и вот, значит, я ж бога хотел показать. Ну, здесь, конечно, бога не совсем бога, но... Разница, да? Ну, те, кто играл... Те, кто играл, ай-яй-яй, в эту игру поймут, о чем я вообще. Кто был вот на этой локации? Ну, их агрить-то всех, это, конечно, плохая идея, все равно. Даже с оружием бога. Ай. Блин, давайте как-то. Тихо.
давай, 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 давай. Вот. Продолжаем играть в Бога дальше. Готов. Эта пуха для ближнего боя вообще прям, ну, лучше, по крайней мере, я пока что не нашел. Блять, нет, нет, хуй падлы, забыл про вас. Вот эти гниды страшные, конечно, они взрывают, один взорвется, тебя на землю ложат, и все, и ты покойник, короче. Так, что-то у меня со здоровьем тут плохо. Я хотел тут полутать, походить. Видимо, не судьба. Задрали. И в этой пухе боезапас офигенный. Блин, зараза. Не дадут полутать. Завалят сейчас нахер. Скорее всего. Я, короче, еще не проснулся, нифига. Просто поэтому руки кривые. Вот почему. Почему цель переключилась? Я не переключал. Вот, в общем, сложность этого места трудно писать словами. Если бы не вот эта пуха, я бы уже давно был мертвый. Ну, в общем, что рассказывать, где тут это сундучки где-то были, а, здесь опять тут заперто до сих пор. Офигеть, до сих пор заперто. Ну, что могу сказать. Тут, в принципе, можно дальше пойти, но там ничего интересного. К тому же я там был только с другой стороны. Поэтому я сейчас попробую вспомнить, где следующий босс. И пойти к нему. Что тут еще дали? А, ледяной бомб. О, тут даже еще и так. Ладно, сейчас вспомню, пойду.